Здравствуйте, друзья, это Дмитрий Кузнецов. Знаете, бывают короткие ролики, короткие, но максимально лаконичные, раскрывающие всю суть. Вот один из них. Пожалуйста, послушайте, оцените. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас, кто это? Здравствуйте, звонок из банка Траспа, меня зовут Ольга Анатольевна Штерн. Александр Геннадьевич, это вы? Да, это я. У вас по кредитной задолженности имеется по договору 55-54. Оплата сегодня или завтра поступит? Не готов ответить. Что? Я не готов ответить так категорично на вопрос. 71 день вы можете оплатить в полном объеме. 23 тысячи вам нужно что? Оплатить сегодня-завтра крайний срок. Угу. А что произойдет, если не произойдет? Денежные средства вы изыскиваете, иначе банк выставит полное досрочное погашение. А, вот это и есть та санкция. То есть вы ответили на вопрос, что произойдет. Банк выставит досрочное требование. Окей, я согласен. Дальше что? Значит, ищите сумму полного долга. Нет, мне их искать не надо. У меня есть эти деньги, но мне интересно, что же произойдет после того, как я не оплачу. До свидания. Вот так, друзья. Ну а что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В описании ролика ссылочка на наш сайт. На сайте видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Не забудьте репост в соцсетях, поделитесь этим либо любым другим роликом в соцсетях. Пускай как можно больше людей понимает, знает. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алиам. Всего вам доброго, хорошего, до свидания.